Пестрое оформление в Сочи меняется несколько раз в год. Летние цветы недавно сменили зимние, посажены даже и весенние сорта. Городские клумбы обрели новый вид благодаря кропотливой работе озеленителей. Каждое из растений, будь то виолы, цикламены, примулы или та же декоративная капуста, которая сохраняет свою красоту даже при легких заморозках, посажены заботливыми руками для украшения города и создания настроения его жителям и гостям. В то время как во всех городах лежит снег, Сочи укрыт цветочным одеялом. Поскольку наш город-курорт круглогодичный, а цветы поднимают настроение. И мы просто не имеем права оставить наших горожан и гостей нашего города без цветочного украшения. Поэтому мы снова наряжаем наши клумбы. Назвать цветником участок земли без цветов уже невозможно. И, к сожалению, на каждой из городских клумб иногда образуются проплешины. И это дело рук тех, кто попросту не ценит красоту или же хочет заработать на грязном деле. Так, накануне сотрудниками Центрального отдела полиции по горячим следам были задержаны двое мужчин. Они выдернули из клумбы декоративный куст породы нандина. Одна веточка этого растения оценивается свыше 1000 рублей. Но наверняка злоумышленники не сильны в цветоводстве и просто хотели продать необычный дерево с ажурной кроной на рынке, а на вырученные деньги купить выпивки. Стало заканчиваться спиртные напитки. Здесь подумали, где бы достать еще. Как бы было рано, тут да знаю, да можно продать цветы, да чего да. Но мы решили украсть цветок один, вырвать и продать в целях, чтобы на пачку сигарет, там, на бутылку водки хватило, и все, за рублей 200. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Данное уголовное дело расследовано и передано в суд для принятия решения по существу. Ответственность предусмотрена до 6 лет лишения свободы. Так что известная сказка Аксакова про аленький цветочек учит не только детей, но и взрослых. Прежде чем сорвать цветок, подумай, к чему это может привести. Да и вообще, стоит ли портить городскую красоту ради наживы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.